В 23-м квартале проведена очень большая работа, детские площадки, асфальтирование и все прочее. Сделано для того, чтобы наши дети, наши пожилые люди видели всю работу и могли по чистым улицам ходить и с детьми гулять на площадку. Очень большая работа. Но очень большая просьба утвердить в бюджете. Там большой популярностью пользуется площадка около Гостилевского, дом 7, корпус 1. И там износилось оборудование и требует замены территории. То есть прямо безопасное покрытие. Поэтому, если можно, просим утвердить это в бюджете, потому что там очень много детей, у нас много этажных домов. Хорошо. А за работу большое спасибо. Все, да.